Вот это я понимаю. На мне рокет! Ой, бля, большой. Дрома. Синего. Я его успел убить, пока он не заразился, ты видел? Это кто что за пациент, блядь? Подожди, а как сюда попали ростки? Это же комплекс не зарезан, подземный. Не знаю. Ростки же в другом комплексе были. Здесь должны другие. Я считаю, они глупо сделать. Должно было быть два типа мутантов из этого комплекса и из Вавилова. Я считаю. Тут должны быть вот эти пидорасы, а в Вавилон должны быть какие-нибудь типа такие, ну ты понял, да? Нет, наоборот, все Вавилон, тут другие. Это растения. Ну да, я говорю, что тут должно быть два типа таких паразитов в игре. Растения видные и животные. И было бы круто тогда. Это собаки, собачьи сервисы. Собачки Павлова, да, какие-нибудь. О, сейчас вот заходить будет жестко, там интересненько. Ну, сейчас экшен будет пиздать еще просто. Угу. Мало, конечно, но нормально. А что мало, да, мало? Ну, можно было чуть подольше себя тут подолбить. Да не, подольше было бы-то не очень. Ну, вот как раз песня закончилась, все нормально, да, все правильно. Нет, там только начинается. Не закончилось? Да нет, уже все. Санам тава, блять, что с ним? Пизда. Чел, не может быть. А, я знаю, что я сделаю. Да, да, да. Ну, похоже. Вот экшен и закончился. Звуки из Майнкрафта.